В Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального состоялась конференция «Инновации в преподавании иностранного языка». Это уже традиционная 7-я конференция, которая ежегодно проводится весной. Она собирает учителей как начальной, средней школы, так и преподавателей высших учебных учреждений со всей Республики Татарстан. В этом году на конференции выступят 16 экспертов из-за рубежа и со всей России. That writing is emphasized as gap fill, composition, mimicking a composition. Мы привезли специалистов в области академического письма. Они говорят о том, как нужно правильно писать на английском языке для академических целей, как нужно правильно оформлять свои научные исследования. Они проводят мастер-классы. И они оставляют свои материалы. В роли спикера выступила и профессор Елена Соловова, которая занимается созданием и разработкой ЕГЭ и ОГЭ. Она поделилась со слушателями своим опытом. И отдельным блоком у нас выступают специалисты Соединенных Штатов Америки, которых мы приглашаем в рамках сотрудничества с офисом английского языка американского посольства. В конференции приняли участие более 300 делегатов. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.